Коноплю на участках приуральцев обнаружили полицейские. В общей сложности у двоих задержанных изъяли около 130 кустов. При этом растение явно не занесло попутным ветром, поскольку обнаружены следы культивации. 14 июня на одном из дачных участков полицейские обнаружили 116 кустов конопли. Молодой человек 1986 года рождения к выращиванию готовился основательно, поскольку на месте также были найдены садовые инструменты и специальные добавки. Теперь приуральцы вменяют незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений. Это, кстати, не единственный случай. В ходе проведения УПМ Харасура 12 июня нами было обнаружено 14 кустов конопли со следами культивации у гражданина 63 года рождения. По данному факту в настоящее время ведется досудебное расследование по статье 300 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все изъятые запрещенные растения отправлены на экспертизу.